Рыба-кит, папа рисует. Ребят, сегодня рисуем тигра. И рисуем его масляной пастелью, нарисуем. А после этого раскрасим акварельной краской. Поэтапно. У нас субботник, и я, Ваня, рисую на канале Рыба-кит. У меня понадобится два кусочка мелка. Это масляные мелки. Черный, серый. Серым я нарисую сначала, а после, ну, может быть, даже просто черным нарисую. Смотри, тигр у меня такой состоит. У него есть голова, и она вот такая. Вот я рисую голову. Вот так вот голова. Голова переходит в спину, потом в попу, потом переходит, голова же переходит в хвост сразу. И вот такой мы нарисовали. Смотри, голова, спина, попа и хвост. Все нарисовали. Теперь нарисуем лапы задние, вот такие вот. Лапы сюда идут, и хвост они вот так вот, раз, и в хвост. Все, смотри, вот у нас уже и нога есть задняя, да? Теперь что нарисуем? Теперь нарисуем лапы передние здесь. Смотри, они вот так идут. Одна лапа сюда идет, завернул он, а вторая сюда идет, развернул он, наш тигр. И здесь еще одна лапка, ну, совсем небольшая, ее еле видно. Вот здесь. Такой тигр получил, смотри, все есть. Две лапы. Хвост, все есть. Дальше. Уши пусть черные будут уши. Черные уши у него. Серьезно, тигр у нас. Конечно, его мордашку самое сложное тебе будет нарисовать, но постараемся. Смотри, носик нарисуем. После этого вверх поднимем и вот так. Раз, два. Такой тигр получился. Можно закруглить дальше. И вот они, его глазки получились. Он смотрит направо. Отлично. Теперь он улыбается у нас. И у него усики есть. Все это рисуем черным. Даже без серого. Сегодня даже обойдемся без серого. Такой тигр. Что тигра делает тигром? Правильно, полоски. Мы будем эти полоски сейчас рисовать черным цветом. Рисуем полоски. Прям раз полоска, два полоска, три полоска. Полоски считать не надо, их очень много, так что просто их рисуй полоски. Как зебру. Можно сказать, сегодня почти зебру рисуем. Такой полосатый тигр, много полосок. И вот и они прям до конца идут. Здесь можно такие вот у него коготочки нарисовать, а дальше еще полоски. Здесь полоска, здесь. Полосок много. Также по спине они идут. Здесь начинаются и идут к спине. И потом они короткие, длинные, короткие, длинные, короткие, длинные, короткие, длинные. Вот здесь вот их много, на попке много. Сюда ведем. Теперь до хвоста дошли. На хвосте тоже. Везде полоски. Причем почти зебру. Тигр, конечно, зебра только другого цвета. А так как мы сегодня будем радужного тигра рисовать, которого не бывает на свете, так что он вообще не похож на тигра почти что. Ну, немножечко все-таки похож. Потому что все-таки мы рисуем с тобой и знаем кого. Полосочками похож. Берем теперь акварельную краску. У нас вот такая акварельная краска. Мне она супер нравится, потому что много ярких цветов. Они такие бриллиантовые, их называю. Намочим кисточку и начинаем мазать. Сначала я возьму и мазну все водой. Вот так залью. Если у тебя плотный лист бумаги, то хорошо. Если такой обычный, как у меня, то не переживать, тоже будет просто. Мы просто залили нашего тигра водой. А теперь капнем несколько тигриных капель. Например, желтый. Он должен же у тигра желтый быть. Здесь и здесь капнем желтым. Не будем париться, где надо, где не надо капнуть. Просто капнули в трех местах. После этого смыли тщательно кисточку. Тщательно. И берем, например, голубой цвет. Особенно мне нравится голубой цвет. И капнем ее вот еще где-то. Здесь. Можно прям полоски рисовать голубые. Вот голубым нарисовали немножко голубым. Теперь смоем еще раз и возьмем розовый. Розовый самый приятный цвет здесь. Самый яркий, такой красивый. Я бы только им и рисовал, но не всегда приходится рисовать розовым. Приходится и другими рисовать тоже цветами. Розовый, добавь розовый везде, где можешь. Такие кусочки. Получается тигр. И остался только зеленый. Зеленый у нас тоже приятный цвет. Мы его добавляем вот здесь. Он размывается. Здесь добавляем. Постараемся побольше зеленого. И я думаю, все. Вот такой у нас тигр получился. Раскраска суперская. Давай немножко повторим, какие цвета мы использовали. Желтый цвет. И нарисуем здесь пятно желтое. Голубой цвет. И нарисуем пятно голубое. Посмотрим, какие краски бывают. Да? Розовый цвет был. И нарисуем пятно розовое. Вот так вот. Розовое. А теперь был зеленый цвет. Последний. И пятно зеленое. Вот такой у нас цвет получился. Какие цвета мы используем? Это наше солнышко. Рядышком мы нарисуем много лучиков. Да, не новогодний рисунок, но все-таки приятный. И это радужный тигр. Это не просто радуга, это просто радужный тигр. Мне кажется, вот так вот он выглядит, он веселый. Он ждет, что ты его нарисуешь, и это будет
приятно тебе, ты поэкспериментируешь, потому что черным легко нарисовать это будет. Не такие сложные детали сегодня были, да, много полосок и просто ляпы раскраски. Попробуй, акварелька это такая дело, и ей стоит побольше воды дать и побольше экспериментов. Даже можно несколько тигров нарисовать и по-разному раскрасить. Хорошего дня, приходите еще на Gamma Rush, Рыбакит Пап рисует, такие у нас есть инстаграм-каналы, мы вместе здесь рисуем, и у нас много всяких рисунков, и их действительно много, и они все доступны здесь, на инстаграме, и также на ютубе тоже. Все, пока!